Я что так низко, Никит? Повыше, повыше! Что так высоко, пониже? Да вы что делаете? Вот, на уровне лица. Вот, да, все, нормально. Раз, два, три. Поленова! Лови! Добрый вечер, уважаемые родители. Вот и прошел неповторимый праздник Ярмарка, которого ждали все без исключения. День выдался веселым, солнечным. Все дети и родители получили массу удовольствия и положительных эмоций. Каждая провинция представила внимание всех гостей лагеря свои красочные и непохожие друг на друга номера, которые пришлись по душе зрителей. После завершения концерта началась долгожданная ярмарка, которая длилась вплоть до обеда. Все это время на территории лагеря действовало множество аттракционов, в которых можно было заработать наши поленовские деньги под названием «Цуцы». На конкурсе проходили целые семьи, от мала до велика. На выигранную местную валюту родители и дети приобрели оладушки с вареньем, тушенкой, различные сладости, овощи и фрукты. Отъезд родителей состоялся после обеда, а после тихого часа в лагере прошли спортивные игры на свежем воздухе. Состоялся матч по футболу между сборной лагеря и сборными гостями детской республики. В итоге матч завершился со счетом 6-6, а по серии пенальти победила команда сборной лагеря со счетом 8-7. Также ребята играли в тренербол, волейбол и, конечно же, покорили высоты в нашем восхитительном Дэр-парке. Этот замечательный день завершился зажигательной дискотекой для всех детей. Вот так прошел родительский день в детской республике Поленово. Спасибо всем, кто приехал сегодня и был с нами. До новых встреч! We'll be right back.